От режима особого к привычному. В Мозырской городской больнице началось перепрофилирование красных зон в зеленые. С весны прошлого года часть койко-мест отдали под пациентов с коронавирусом. Зараженными и в первую, и во вторую волну пандемии работали врачи разных специальностей. Не только терапевты, но и кардиологи, урологи и другие. Теперь они постепенно возвращаются к работе по профилю. Число коек учреждений составляет 1159. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было перепрофилировано 426 коек. Во вторую волну дополнительно были дополнены кислородные точки и закуплены кислородные концентраторы. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки для профильного приема пациентов переведены на обычный режим работы урологическое отделение, отделение детской хирургии. Сегодня проходит санитарную обработку 30 коек кардиологического отделения для оказания плановой помощи. В кардиологическом отделении завершается масштабная санитарная обработка. Тщательно дезинфицируется каждый уголок от кровати до санузлов. К обычному графику Мозырская городская больница будет возвращаться поэтапно, с оглядкой на прогнозы эпидемиологов. Известно, что пик острых респираторных заболеваний традиционно приходится на середину февраля. Сам опасный вирус пока не побежден, а значит, маски, средства дезинфекции и социальное дистанцирование по-прежнему остаются с нами. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».